Всем привет! Сегодня шестой день конструирования багги. Если кто смотрел предыдущее видео, я снимал по поводу угла оси колеса и оси вот поворотного кулака. То есть я примерно вот здесь вот прикинул. То есть вот у меня прочерчены центры карандашом. Если это совместить, перпендикуляры сделать, то вот наклонные черты центра, это как бы должен быть наклон, вот так вот он должен быть стоять, а вот эта ось должна стоять перпендикулярно столу. То есть, чтобы центр вот этой поворотного кулака попадал в центр пятна контакта колеса. Тогда угол вот такой должен быть стоять. Это в идеале, к которому все стремятся конструкторы. Но это, мне кажется, слишком большой угол. Надо хотя бы вот так вот сделать. Постараться ближе к идеалу, но останется все равно небольшое плечо. Сейчас я буду переделывать, вот этот угол менять. То есть это будет так стоять, а вот это будет перпендикулярно столу стоять. Сейчас буду переделывать. Вот один поворотный узел я уже отрезал. Подточил угол. Выставил по линиям. Сейчас буду прихватывать. Вот такой примерно угол получится. И посмотрим на результат. Сварил я поворотный кулак. Получился он вот под таким градусом. Соосность смотрим. Совпадает с амортизаторами. Смотрим, здесь горизонталь по отношению к столу. Горизонтально. Сейчас вот будем варить вторую сторону. Сделал я такую приспособу. Даже не приспособу, а подставку. Чтобы срезать правильный угол на станке. Вот уже срезал. Чтобы одинаково был срез и на одной, и на второй подвеске. Вот. Ух, и замучился с этой подвески, но я ее все-таки добил. В общем, вот что получилось. Колеса стоят вертикально. Рулевые шкварня стоят под наклоном, положено. То есть, когда будет поворачиваться, рама приподнимается. То есть это будет как бы препятствовать самопроизвольному повороту колес. То есть повернули, руль отпустили, они сами возвратились в прямое положение. Вот такая вот задумка. Только вот наклон у рамы немножко вперед смотрит. То есть низ получился. Ой, перед получился ниже, чем зад. Вот. Либо там подвеску немножко сделать пониже. Либо здесь повыше. Чуть-чуть. Не знаю, насколько. Опять же, если приподнимать, то колеса опять не будут не вертикально. В общем, наверное, я заднюю часть опущу немножко. Сейчас займусь расположением сиденья. Привез я от картинга. Сиденье под нее сделаю. Крепление. А потом, может, на Авито появится дешевую
детские автокресла. Куплю и поменяю уже. Начинаю делать крепление для сиденья. Уже насверлил, потом для саморезов, чтобы крепить сюда уже сиденье, к сиденью будет крепиться. Так вот. На семечке будут крепиться так же, как на картинге. Одна здесь, другая здесь. Посередине сейчас будет крепиться квадрат, чтобы пластина ходила вот по этому квадрату. То есть она вот так будет. Вставлена. И снизу будет квадрат приваря, чтобы она ходила туда-сюда. И вторая также будет. Сверху поставится сиденье и прикрутится саморезами. Сейчас этими займусь. Вот я сварил. Она немножко заедает, потому что она одна. Когда будет две их сварены, они должны легко ездить. Так-то она ходит легко. Если выдерживать правильные стороны. Вот, сейчас такую же вторую сварю. Сварил я крепление для сидушки. Одно крепление у меня будет болтиком. То есть настроили длину, зафиксировали. Там будет ручка какая-нибудь поворотная. И все. Это посвободнее, это потуже сделалось. Вот такой получился место для сидения. Сейчас поставим и будем смотреть, что получилось.